Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня четверг, сегодня 18 ноября, и я решила записать новый влог. Это будет не совсем типичное вязальное видео, которое обычно выходит на моем канале. Это будет смесь вязального и лайф-влога, возможно, даже больше здесь будет именно моей повседневной жизни, чем вязание. Я, конечно же, покажу вам процесс, который сейчас находится у меня на спицах, немножко вам расскажу о том, что я планирую сегодня делать именно из вязального. Но также я хотела бы сегодня вместе с вами распаковать одну огромнейшую посылку, которая вчера вечером ко мне приехала. Это мой заказ в магазине «Сестры Грены». Там много товаров классных для дома. Что-то я заказывала к Рождеству, к Новому году, а что-то просто в качестве такого декора для того, чтобы украсить дом и немного организовать свой быт. Вот. Поэтому хочу с вами поделиться своими покупками. Также, скорее всего, мы с вами приготовим сегодня что-то вкусненькое, поделюсь с вами каким-нибудь рецептом. И да, просто немножко с вами поболтаем. Я знаю, что вы часто оставляете вопросы невязального характера под видео, что-то спрашиваете о нашей жизни в Норвегии. Поэтому, возможно, я сегодня выберу какой-нибудь интересный вопрос и отвечу на него в формате этого влога. Так что, если вам интересно будет провести этот день в моей компании, то, друзья, заваривайте себе чай или кофе, как я, например, с утра, и давайте проведем этот день вместе. Давайте, наверное, начну я с того, что я сейчас покажу вам, что я вяжу. Затем мне нужно будет открыть доступ к видео на YouTube, которое я для вас сняла. И затем мы с вами займемся распаковкой посылки. Итак, что касается вязания, то сейчас у меня на спицах находится лапопейса. Кстати, подробно об этом изделии я рассказывала вам как раз в видео, которое сегодня выйдет на канале. И это лапопейса с оленями по книге Линки Нойман. Называется она «Северный колод», и я неплохо в ней продвинулась. Вот сколько корпуса я провязала. Вязание, конечно, идет не так быстро, как мне того бы хотелось. Кстати, да, я только что показывала вам спинку, это передняя часть изделия. Вяжется не так быстро, как я того бы хотела, поскольку лицевая гладь, и это очень долго, очень нудно. Вот, жаккардовую кокетку я отвязала за 2 вечера, вот, но уже, наверное, 2 или 3 вечера я вяжу лицевую гладь по телу, и мне кажется, она вообще не растет. Поэтому в такие моменты я задумываюсь о том, а не купить ли мне вязальную машину, знаете, чтобы вязать комбинированно лапопейсу, то есть, например, отвязывать полностью круглую кокетку самостоятельно при помощи спиц и затем уже присоединять вязание на машину и вязать корпус на вязальной машине. Вот, просто лицевую гладь, например. Не знаю. Но я часто об этом задумываюсь, признаюсь вам честно. И, кстати, друзья, в ближайшее время я начну еще одну лапопейсу уже для себя, поскольку я не могу, знаете, только вязать на заказ. Меня это как-то демотивирует. Вот, мне нужно, чтобы был какой-то результат и для меня. Поэтому Таня, которая автор лапопейсы «Тайга», она объявила тест на лапопейсу с лисичками. По-моему, она называется «В дикой природе», если я не ошибаюсь. Новый ее дизайн. И я буду его тестировать. В общем, буду вязать лапопейсу из «Каризмы», но, наверное, все детали о этом проекте я расскажу вам в отдельном вязальном влоге, который выйдет, возможно, в понедельник, возможно, в воскресенье. Посмотрим, как я закончу его снимать и монтировать. Хотя, на самом деле, огромное количество времени у меня занимает именно монтаж, обработка видео, загрузка его на YouTube. Съемки — это не так сложно. То есть видео я могу снять и за один день, но вот, чтобы его смонтировать, загрузить на YouTube, все там написать, оставить все ссылки, у меня уходит еще примерно один день. Поэтому, да, вот такой процесс есть у меня на спицах, и я сегодня буду его немножко повязывать, скорее всего. Но не обещаю, что много сегодня провяжу, поскольку у меня много дел. Мне нужно распаковать, еще раз говорю, огромнейшую коробку, определить все эти вещи, которые там находятся по своим местам. И да, так что сегодня мы с вами займемся всякими домашними делами, и, конечно же, мы с вами поболтаем. Так что желаю вам приятного просмотра. Я сейчас буду допивать свой кофе, открою доступ к новому ролику на YouTube и буду ждать ваши комментарии. Так что, друзья, увидимся с вами немножко позже. И давайте, друзья, я немножко детальнее покажу вам моточки, которые подобрала для вязания новенькой лапопейсы. Значит, это уже хорошо знакомая вам пряжа от бренда Drops, Каризма. Я часто вяжу из нее сейчас лапопейсы, поскольку цена-качество меня вполне устраивает. И это получается не слишком жаркий вариант, если сравнивать с Литлопи. Итак, в качестве основного цвета по корпусу и по рукавам будет выступать мой любимый шоколадный коричневый цвет. Это оттенок 56-й.
Вот. Если вдруг вы не знакомы с коризмой, то хочу сказать, что по составу это 100% норвежская шерсть, и на 50 грамм здесь 100 метров. Спицы рекомендуют использовать номер 4, но я вяжу на спицах чагу, они с острым кончиком, и поэтому у меня получается вязать довольно плотно, и в связи с этим я использую обычно спицы 4,5 для вязания изделий из этой пряжи. Вот. Но это касается жаккарда и лицевой глади. Итак, в качестве акцента на горловине, а также корпус и рукава будут в таком вот красивом шоколадном цвете. Большая часть круглой жаккардовой кокетки будет вывязана в светло-коричневом оттенке. Кстати, да, он выглядит бежевым, но в палитре Drops он называется светло-коричневый. И это оттенок номер 55. Возможно, на камере он выглядит немного более холодным, чем является в жизни. Но между собой эти оттенки очень хорошо сочетаются. Так, дальше для вязания жаккардового узора я буду использовать еще два очень красивых оттенка. Это такой красивый зеленый лесной, номер 57. И яркий такой оранжевый, номер 11. Вот. На самом деле вот эти оттенки, бежевый, зеленый и коричневый, это мои любимые цвета в палитре у Drops. Мне нравится эта пряжа и за ее толщину, поскольку ниточка довольно толстенькая, и оттенки, они такие очень натуральные, хорошо между собой сочетаются. Поэтому обязательно присмотритесь, и оттенки легко запомнить. Это 55, 56 и 57. Вот такая красота. Ну и будут небольшие яркие акценты оранжевые. Кстати, мне кажется, что на камере эта пряжа выглядит немного ярче, в жизни она более приглушенная. Так что, вот, подготовила моточки для новой лапопейсы. Конечно же, на свитер у меня уйдет гораздо больше пряжи, чем вы сейчас видите перед собой. Но у меня огромное количество, еще раз подчеркну, этих моточков. И точно хватит далеко не на одну даже лапопейсу. Я просто достала буквально по паре моточков, чтобы вам показать. Так что, да, друзья, вот такая вот красота у меня здесь. И буду приступать к вязанию новенькой лапопейсы. Ну что, друзья, я убрала практически весь бумажный наполнитель из коробки и теперь готова доставать уже непосредственно покупки и показывать вам их чуточку детальней. Давайте начнем не по какой-то последовательности, а вот как здесь все лежит, так я буду доставать и показывать вам. И первое, что попало мне в руки, это вот такой вот новогодний рождественский гном, в Норвегии их называют ниссе, и я их часто покупаю для того, чтобы украшать дом, плюс Оливия их очень любит. Кстати, этот гном, он такой тяжеленький, у него в основании здесь, наверное, какой-то наполнитель, за счет этого он очень устойчиво стоит, и если взять гномика побольше, то его можно использовать даже как дорстоппер. Вот, стоил этот гном 55 норвежских крон, это примерно 5 евро. Но я могу сказать, что он не самого маленького размера, поскольку я тут заказывала еще вот такого вот малыша, тоже маленький гном, для украшения подоконника в спальне. И этот гномик стоил практически 30 норвежских крон, это где-то в районе 3 евро. Тоже такой симпатичный малыш. У нас есть еще один маленький гном и один прям совсем большой, наверное, в районе 80 сантиметров, который уже довольно давно живет у нас. Так что вот такая вот компашечка гномов пополнит мою коллекцию. Значит, следующая вещь, которую я заказала, это вот такой вот детский фартук. Конечно же, я его купила для Оливии, чтобы мы могли сделать какую-то такую небольшую рождественскую традицию, например, испечь имбирные печеньки в этом году вместе. Обычно я занимаюсь готовкой сама, но сейчас Оливия уже достаточно подросла и может мне помогать, тем более она делает это обычно с большим интересом. И я решила купить ей фартук, чтобы она не сразу вымазывала одежду, которую я ей одеваю, да, поскольку она всегда руки вытирает об себя. Возможно, этот небольшой кухонный аксессуар ее заинтересует, и она с удовольствием будет им пользоваться. Кстати, по поводу цены, стоил этот фартук 54 норвежских крон, ну, это тоже в районе 5 евро. Он, кстати, довольно плотный и качественный по материалу. Дальше я покажу вам набор свечей. Не знаю, видно вам будет или нет. Выглядит он вот так. Здесь цифра 4 и звездочки фиолетового и розового цвета. Заказывала я этот набор, поскольку у Оливии в
конце ноября день рождения, и ей будет 4 года. Так что, чтобы украсить торт, я заказала вот такие вот свечи, и этот набор мне обошелся примерно в 20 норвежских крон. Ну, 19 с копейками, поэтому я говорю, там 20 крон, это 2 евро. Так, дальше. Дальше я купила зло, вселенское зло, это кинетический песок. Вот. Оливия просто любит им играть, и я заказала целых 2 банки с розовым песком. У нас есть пластилин, формочки, и кинетический песок обычно тоже с большим удовольствием идет в дело. Так что, да, банка стоила 6 евро, 66 норвежских крон, и вот я взяла 2 баночки. Каждый раз зарекаюсь больше его не покупать, но Оливия его очень любит, поэтому все равно покупаю. Дальше я вижу банку. Так, вот такую вот классную банку я купила для того, чтобы складывать туда конфеты или печеньки. На самом деле я заказала 2 банки, я покажу вам их. Я еще пока не знаю, какая именно из них пойдет под конфеты, какая под печеньки. Но у этой банки, мне кажется, более маленькая крышка, поэтому здесь будут храниться, скорее всего, конфеты. Вот. Обычно на праздники у нас дома много всяких сладостей, и чтобы это хранить не по каким-то пластиковым пакетикам, не по каким-то ящикам, коробкам, а красиво сложить в баночку, например, поставить на подоконник, мне кажется, это будет выглядеть симпатично. Поэтому, да, заказала вот такую вот банку, и она мне нравится. Так что, да. Она, кстати, стеклянная и стоила 52 норвежских кроны, то есть тоже в районе 5 евро. Дальше. Я пошуршу немного. Дальше, друзья, покажу вам еще одну банку. Вот как раз я говорила, что я заказала 2 банки. Одна из них с такой вот зажимающейся крышкой, а вторая вот такая. Здесь пластик и большое горлышко. Вот именно эту банку я хочу использовать для хранения печенек. Вот. И мне кажется, это будет очень красиво, и тем более это будет герметично. Вот, да, если сложить здесь печенюшки, поставить красиво на стол или, опять же, на подоконник, будет выглядеть классно. Так что вот такая вот баночка, кстати, по поводу цены. Стоила она 66 норвежских крон, и это где-то 6 евро. Так, дальше. Дальше я купила 2 маленьких таких набора с пазлами. Это, опять же, для Оливии. Я хочу, чтобы мы в преддверии Рождества с ней собрали эти пазлы. Вообще, Оливия очень любит собирать пазлы. У нас целая коллекция с принцессами, Аннами Эльзами, свинками Пеппами. В общем, кого там только нет. И вот я решила, что в преддверии Рождества мы с ней тоже будем собирать пазлы. И заказала такие рождественские темы. Здесь мышки с подарками и Санта-Клаус с подарками, опять же. Стоили эти пазлы по 31 кроне, это где-то 3 евро. Да, такие вот симпатичные коробочки, и в каждой коробочке по 24 детали. Дальше будут штучки для меня. Значит, я купила набор пуговиц, таких очень красивых. Не знаю, видно вам или нет, если вдруг не видно, потому что я снимаю, я не вижу, что я вам показываю, вообще фокусируется камера или нет. Если вдруг плохо видно, я потом на столе подсниму поближе, покажу вам. В общем, набор пуговиц. Они такие бежево-коричневые, с какими-то разводами. В общем, очень классные, мне кажется, они максимально универсальные и много к чему подойдут. Диаметр пуговиц 22 мм, и стоили они 18 норвежских крон, это примерно 2 евро. Ну, в районе, чуть меньше 2 евро. Затем, друзья, я заказала еще одну штуку для своего вязания. Это помпонницы. У меня на самом деле есть помпонницы. Я покупала их на Алиэкспресс. И в одном из своих первых видео, где делала обзор удачных покупок с сайта Алиэкспресс для вязания, кстати, это одно из самых популярных видео на моем канале, я показывала там набор помпонниц. И они у меня разноцветные. И, честно говоря, мне не нравится из-за того, что они разноцветные. И тут на сайте сестры Грэнни я увидела черно-белые помпонницы. И это прям, знаете, радует мой глаз, поэтому я, конечно же, купила эту фигню, которая мне, в принципе, особо не нужна, но я все равно ее купила. Стоили они 47 норвежских крон, и это 4 с небольшим евро. Да, так что будут теперь у меня красивые черно-белые помпонницы, а свои разноцветные я попробую кому-нибудь придарить. Так,
вязальные штучки уберу отдельно. Дальше переходим к рождественской тематике. И здесь, друзья, я хочу показать вам две рождественские звезды, которые я прикупила для украшения комнат на втором этаже. Они в таком бордовом красивом цвете с золотым. Вообще, как, наверное, вы уже поняли, я хочу в этом году украсить дом в трех цветах к Рождеству. Это красный, бордовый, ну, такой, да, красно-бордовый, золотой и белый. У меня есть белые звезды. Вот теперь я докупила красные. И украшения на елку у нас тоже в красно-золотых оттенках, поэтому я надеюсь, получится выдержать какую-то цветовую гамму. И да, прикупила две звезды, стоили они по 104 норвежских кроны, это, наверное, 10,5 евро, вот, за звездочку. Не могу сказать, что очень дешево, но они довольно симпатичные. Не знаю, хорошо ли вам сейчас будет видно, у нас опять что-то потемнело, небо заволокло, и мне кажется, я вещаю уже из пещеры просто. Ладно. Так, давайте распаковкой заниматься дальше. И следующее, что я вам покажу, это опять покупки для Ливии, и это, друзья, пластилин. Я почему-то, когда начала искать для Ливии пластилин, думала, что он продается вот как в моем детстве, знаете, такими вот какими-то полосочками, напоминающими шоколадки, но здесь он продается, напоминая карандаши, то есть это такие прям совсем тоненькие палочки, но здесь очень много цветов. Кстати, пластилин довольно недорогой. Стоила эта пачка 38 норвежских крон. Здесь довольно много цветов, по-моему, 24 цвета, разных-разных оттенков. И у Оливии есть уже такой точно пластилин, я тоже ее покупала, когда мы были в Мо и Рана. Кстати, да, если вдруг я о ней говорила, то магазин «Сестры Грен» у нас есть в Мо и Рана, но я предпочитаю заказывать товары онлайн, мне это все приходит домой, я могу спокойно это все перебрать, знаете, без давления того, что я слишком долго копаюсь в магазине, я могу несколько дней собирать корзину и потом сделать свой заказ, мне это все доставят, я посмотрю, если вдруг что-то мне не понравилось, я просто отвожу это обратно в магазин и делаю возврат средств. В общем, мне так удобней и спокойней. Так вот, я покупала Оливии уже пластилин непосредственно в магазине, и он сейчас очень хорошо у нас идет в дело. Иногда, конечно, он по всему дому, но все равно покупаю, потому что Оливия любит этим заниматься. Дальше давайте посмотрим, что здесь есть еще. Дальше, друзья, я заказала еще вот такой вот мерный стакан. И знаете, в чем беда? Я думала, он пластиковый, а он стеклянный. Он весит просто тонну. Я когда вчера проверяла содержимое посылки, то есть я детально все не рассматривала, но я так по количеству штук проверила, я когда подняла эту упаковку с этим стаканом, я думаю, что это здесь такое? Я вроде бы ничего, никаких чашек не заказывала, или я была не в адеквате. Но, как оказалось, я заказала стеклянный мерный стакан. И я, конечно, предпочла бы пластиковый, потому что если Оливия будет мне помогать, он покинет нас в первый же день. Ладно, посмотрим дальше, что у нас здесь. Угу. А здесь у нас огромная гора бумаг. А здесь у нас вот такая вот штука для хранения сливочного масла. Вообще у меня настоящая боль с тем, чтобы купить нормальную коробку под сливочное масло. Дело в том, что я люблю хранить сливочное масло на столе, чтобы оно было всегда мягким и не слишком, скажем так, вылазило из этой формы. И я покупала форму в Икее, она оказалась бесполезной, неудобной. И вот я в попытках купить удачную коробку для масла заказала в Сестры Грен, но мне кажется, что она маловато, и, скорее всего, мне придется ее вернуть обратно. Кстати, стоила эта коробочка 71 крону, и это примерно 7 евро. Кстати, да, если вдруг я не сказала, то вот этот мерный стеклянный стакан стоил 49 норвежских крон, и это тоже в районе 5 евро. Вот. Скорее всего, стакан и коробка для масла отправятся обратно, потому что не очень они удачные. Дальше. Дальше еще одна коробка с пуговицами. И в этот раз я взяла, по-моему, такие же точно пуговицы. Да, это такая же точно упаковка с пуговицами. 10 штук, 22 миллиметра. И очень-очень похожая расцветка. Да, 18
крон за коробку. И теперь я покажу вам еще одну большую штуку, которую я заказала. Это, друзья, вот такая вот корзина. О, на самом деле, купить хорошую корзину для того, чтобы спрятать сюда горшок с фикусом, это настоящая проблема. Вроде бы как, эта корзина должна подойти по размеру. Если вы помните, в прошлом году я зимой купила маленький фикус. Я вам в одном из своих влогов показывала его. Да, кстати, многие из вас написали, как он правильно называется, но из этого сложного названия я запомнила, что это фикус, что он неприхотлив, и, в принципе, да, он отлично живет и ни разу не подал никакой жалобы относительно того, что его там мало полили или много полили. Вот, поэтому он очень хорошо вырос, и сейчас он уже с трудом помещается на подоконнике. Я пробовала его переставлять на детский стол, но Оливия постоянно его разрисовывает краской, и поэтому мне снова пришлось убрать его на подоконник. Но я хочу его все-таки переставить на какую-нибудь консоль или просто убрать в спальню, поставить его на пол. И для этого я хочу белый пластиковый горшок закрыть какой-нибудь симпатичной корзинкой, чтобы этот арт-объект, скажем так, хорошо вписывался в интерьер. И вот я в поисках корзины. Не знаю, мне кажется, что она может быть слегка низковатой. Но в любом случае, сегодня я примерю и узнаю, подходит ли она мне по размеру. Так. Кстати, это самая дорогая покупка из этого заказа. Стоила эта корзина 228 норвежских крон, и это почти 23 евро. Вот. Так что да, я вся полностью в этой стружке. Дальше я заказала еще вот такие вот мерные ложечки. Не знаю, видно вам или нет. Это очень красивые такие, я бы сказала, инстаграмные ложечки для того, чтобы смешивать красители. В общем, я вам в одном из своих предыдущих видео говорила, что хочу попробовать красить пряжу, и мне нужны мерные ложки. Конечно, их можно использовать и для, например, приготовления еды, но я, наверное, эти ложечки буду использовать для окрашивания пряжи и буду набирать здесь краситель. Вот, так что еще один важный атрибут. Кстати, по поводу цены, да, я же называю всегда цену, стоили они 41 норвежскую крону, и это 4 евро. Дальше, это же еще не все. Дальше, друзья, я заказала сумочку. Вот такую очень милую детскую сумочку. Не знаю, видно вам или нет, в общем, это такой олень с рожками. Сумка, конечно, очень-очень помятая. Вот. Это для того, чтобы складывать для Оливии подарки. Дело в том, что Оливии скоро день рождения, и я хотела подарить ей подарки не просто, знаете, какой-то там бумаги, а вот сложить их в сумочку, чтобы утром ее поздравить таким образом. И вот заказала такую милую сумочку. Стоила она 65 норвежских крон. Ее размер 30 на 30 сантиметров, и сделана она из органического переработанного хлопка. И она какая-то супер-пупер экологичная, в общем. Такая еще очень нужная штуковина. И поехали дальше. Следующие две нужные штучки для дома. Это вот такие вот подсвечники с сердечками. Я их купила для того, чтобы украсить вот здесь ТВ Бэнк и поставить в них маленькие свечи. Мне кажется, будет выглядеть очень красиво. Они будут гореть, и через эти сердечки будет выходить такой теплый желтый цвет. Свет. Я сказала цвет. Свет. И это будет очень хюге. Вот, значит, подсвечники. По поводу их цены. Где их цена? Ага, вот цена. Цена 21 норвежская крона. Это 2 евро. И мы с вами уже подбираемся к дну этой огромной коробки. Здесь находится еще одна свечка. Кстати, она безумно классно пахнет. И в нее нападал мусор из этой корзины. Кстати, я тоже вся в мусоре от этой корзины. Пахнет она печеньками ванильными. Безумно классная вот такая вот свечка. Значит, по поводу ее стоимости. Где ее цена? Здесь нет цены. Да, цены здесь нет. Поэтому я не могу вам сказать, сколько она стоила, но тоже не слишком дорого. Так, я сейчас хочу проверить, все ли я вам показала, и пошуршу немного. Вот, друзья, вот такая вот штуковина приехала, и на самом деле я немного не угадала с ее размером.
Мне хотелось купить Оливии такую штуку, которая была в моем детстве. Знаете, это как такая радуга, которой ты так можешь играться. То есть она вот так вот с одного, с одной руки в другую ты можешь ее как бы переминать. И в моем детстве они были довольно небольшие. Я с большим удовольствием игралась, и я подумала, что, возможно, Оливии тоже будет интересно с такой штуковиной поиграть, но она приехала какого-то неприличного размера, и мне кажется, что даже мне с такой штукой будет играть довольно сложно, не говоря уже о ребенке и ее маленьких ручках, поэтому, скорее всего, этот чудо-гаджет отправится обратно. И стоил он 76 норвежских крон, то есть это почти 8 евро. Довольно дорого для такой игрушки. Вот. Так что да, друзья, вот такие вот покупки для дома у меня случились. Сейчас я пойду примерять печеньки и конфеты в новые банки. Гномы отправятся на хранение к новогодним атрибутам. Кстати, да, я хотела вам показать еще кое-какие новогодние покупки, которые я делала немного раньше, тоже в магазине «Сестры Грэнни». Там, по-моему, есть только гномик. Также носки для подарков и адвент-календарь, который я планирую заполнить конфетами и вместе с Оливией с 1 декабря открывать по одной ячейке. Так что, да, сейчас я наведу порядок в этом бумажном хаосе, и мы с вами снова увидимся. Я покажу вам еще немножко рождественских и новогодних покупок и покажу, что у меня получилось с печеньками и конфетами. И хочу, друзья, показать, как теперь выглядит организация вкусняшек. В общем, печеньки и конфеты переехали в новые банки. Кстати, да, банки я предварительно помыла, вытерла и даже отклеила от них наклейки. Вот теперь так на подоконнике это будет храниться, и это мне нравится теперь гораздо больше, чем просто какие-то пластиковые бумажные контейнеры, какие-то пакетики, кулечки. Поэтому да, вот такая вот у меня реорганизация на кухне произошла. Ну что, друзья, я снова здравствуйте. Решила закончить тему рождественских покупок и покажу вам, что именно я заказывала чуть раньше, чем ко мне приехала эта огромная посылка. Во-первых, я заказала вот такого маленького гномика. Это, опять же, Ниссе. И у него есть такие милые ручки, маленькие ножки. Он очень устойчивый, хорошо сидит. Его можно посадить как на полочку, так и на тумбочку. Вообще, этого малыша я прикупила, чтобы украсить тумбочку в спальне у Оливии. Вот. Он будет ее радовать и создавать новогоднее настроение своей такой лохматой бородой. Стоил он довольно недорого, как и предыдущий Ниссе малыш, который я показывала вам чуть раньше, 29 норвежских крон, это примерно 3 евро. Вот. Также я купила новогодние носки для того, чтобы повесить их на камин. Камина самого у нас на данный момент нет, он стоит в гараже, мы его демонтировали, и, возможно, мы купим новый камин, но у нас осталось труба, да, скажем так, от камина, и мы ее украсим вот этими вот носками. Если вы помните, в прошлом году я порывалась связать носки, я даже купила целый мешок акрила для того, чтобы связать новогодние носки, но, признаюсь честно, мне лень это делать. Во-первых, мне не хочется вязать из акрила, во-вторых, я как бы и хочу связать носки сама, да, чтобы было что-то своими руками сделанное к Новому году, но я хочу связать красивые носки с жаккардом, чтобы они были такие прям, знаете, очень-очень красочные.
Но я понимаю, что обычно ноябрь и декабрь — это то время, когда у меня множество заказов, и мне нужно вязать именно то, что мне нужно вязать, а не рождественские носки, поэтому как-то у меня это все время откладывается. А летом будет очень странно, да, если я буду вязать рождественские носки и на своем канале показывать, что я вяжу рождественские носки, скажем, в июне. Поэтому да. Не знаю, что делать. В общем, я решила схалтурить и купила в этом году вот такие фетровые носочки. Они стоили довольно недорого. 31 норвежская крона за вот такой классный фетровый носок. Они двух типов. Вот такой вот серенький. Это носочек для Томаса. И вот такие вот красные носки. Их два. Они со снежинками. Это для нас с оливкой. Вот. Так что, да. Может быть, я здесь что-нибудь вышью или возьму какой-нибудь маркер, знаете, такой для ткани, и напишу здесь наши имена. Вот. А может быть, просто так повешу на камин. Я не знаю, видно вам или нет. Давайте, наверное, я вот так сделаю. Они довольно симпатичные. Я не могу сказать, что они прям совсем некачественные. Довольно неплохие. И думаю, какие-нибудь милые сувениры, подарочки можно будет сюда вкладывать. Так, вот такие вот покупки. Так, это здесь лишнее. И еще одна вещь, которую я купила, это адвент-календарь. Вернее, это адвент-календарь, но который можно сделать своими руками. То есть он пустой, и внутрь ты самостоятельно можешь вложить те сувениры, подарки, которые ты хочешь подарить своему малышу. Значит, стоил этот календарь, не помню, ну в районе что-то 40 норвежских крон, здесь почему-то нет цены, и я не могу ее нигде найти. Наверное, я либо уже отклеила эту наклейку, либо ее здесь не было. Суть календаря этого в том, что здесь есть вот такие вот небольшие коробочки, и они вынимаются. Так, я сейчас постараюсь аккуратно открыть, чтобы ничего не порвать. Так, ну, вот такая вот небольшая коробочка, и сюда можно вложить какие-то маленькие игрушки или конфеты, какие-нибудь вкусняшки полезные, например. И я хочу вложить конфеты. Да, я буду вкладывать конфеты в этот календарь. Поставлю его где-нибудь на видном месте, и мы вместе с Оливией каждое утро с 1 по 24 декабря будем доставать по одной коробочке. Я буду ей помогать их открыть, чтобы она их не порвала, и я смогла потом использовать их на следующий год. Вот. Хочу создать какие-то приятные такие традиции для Оливии, чтобы, ну, ей было что вспомнить о своем детстве и о каких-то приятных домашних праздниках. Так что да. Так, возвращаем кубик на место. И да, друзья, вот такая вот идея адвент-календаря. Не знаю, актуально для вас это или нет. Я видела в Pinterest очень много идей адвент-календарей в виде мешочков, которые можно вешать на веревочки, в виде носков, которые можно связать и повесить, опять же, на веревках там при помощи прищепок или просто при помощи ниточек их как-то прикрепить и в каждый носочек там вкладывать какие-то подарки. Да, на носочках можно также указать цифры от 1 до 24. Также можно пошить такой тканевый адвент-календарь с кармашками. Вот, опять же, указав цифры, и внутрь вкладывать тоже какие-то гостинцы для малышей. Но я из ленивых родителей, которые покупают адвент-календари. И да, еще последний новогодний атрибут, который я купила, это рождественская шапка. В общем, для Ливии. И я на самом деле надеялась, что мы дотерпим с ней до Нового года или до Рождества, но Оливия уже ее отжала, и она ее носит дома, когда у нее настроение, или она в ней идет спать, когда у нее определенное настроение. Так что эта шапка была куплена для новогодних праздников, но она уже используется. Так что да, друзья, вот такие вот рождественские покупки у меня были. И я хотела сказать, что вообще в Норвегии, мне кажется, во всей Скандинавии, здесь просто бзик на тему Рождества и Пасхи. Огромное количество декора в магазинах, и после того, как убирают витрины к Хэллоуин, начинают появляться витрины к Рождеству и Новому году, то есть это происходит в конце октября. Вот. А в некоторых магазинах и того раньше. Все в огнях, каких-то шапках, звездах, Дедах Морозах, вот этих Ниссе, в общем, огромное количество таких сладостей продается. Поэтому хочешь ты или не хочешь, но ты как-то сам начинаешь проникаться этой атмосферой и идешь в магазин, тоже покупаешь, украшаешь дом и празднуешь Рождество, Новый год, еще одно Рождество. В общем, да, один сплошной праздник на протяжении всей зимы. И знаете, в наших широтах это очень сильно спасает. Как я уже говорила, у нас полярная ночь, и ноябрь, декабрь
январь у нас обычно очень темные месяцы, и вот это вот состояние праздника, которое здесь создается с, наверное, конца ноября, оно очень помогает пережить темное время года. Вот. По крайней мере, отсутствие солнца, так точно. Хорошие фильмы, музыка, мандаринки, какой-то декор, огни, свечи. Все это создает какое-то ощущение праздника и отвлекает от того, что за окном ночь на протяжении всех суток. Так что да, друзья, я показала вам все свои рождественские покупки и покупки для дома. Было ли вам это интересно? Пишите мне обязательно об этом в комментариях. Я сейчас пойду разбирать все эти завалы, которые меня сейчас окружают, наведу порядок. И потом, наверное, немножко повяжу, отвечаю на комментарии, которые вы в огромном количестве написали мне под моим новым видео. И буду забирать Оливку из детского сада, готовить обед. И еще мы с вами увидимся. Так что я с вами пока не прощаюсь. Сегодня, друзья, мы с Оливкой решили приготовить сырники. И хочу показать вам, что и как я делаю. На самом деле рецепт очень простой, очень быстрый, а сырники получаются очень-очень вкусными. Значит, для приготовления сырников я обычно использую творог 9% жирности. Он такой рассыпчатый, довольно сухой. Также нам понадобится сахар, мука и ванильная экстракт или эссенция. В общем, у меня такой сухой порошок ванилина. И также 3 яйца на килограмм творога. Вот, творог, кстати, у меня из Литвы, поскольку в Норвегии вот такой творог не продается, его нет. У нас есть только зернистый творог в сливках, и он абсолютно не подходит для сырников. Поэтому мы заказываем в Литве творог, ну, конечно, не только творог, и всякие другие вкусняшки, поэтому творог у нас не местный. Вот. Так что да, сейчас буду готовить и напишу вам обязательно рецепт. Да, Оливка, будем готовить? Да. Отлично. Итак, друзья, давайте приступим к приготовлению сырников. Я обязательно количество продуктов укажу в инфобоксе в виде рецепта, поэтому вы легко сможете все это найти и сохранить при необходимости. Итак, я высыпаю творог в специальную миску, в которой буду замешивать тесто. Немного разминаю творог при помощи вилки. Да, можно использовать блендер, но я люблю, когда творог сохраняет свою зернистую структуру, и плюс он довольно сухой, поэтому без проблем использую вилку. Далее я добавляю сахар в районе 8 столовых ложек. Единственное, я хотела сказать, что если вы на правильном питании и не используете в своем рационе белый сахар, вы можете его заменить на тростниковый, либо использовать сахарозаменитель в виде порошка. Вот. После того, как вы добавите сахар, нужно хорошо перемешать творожную массу, добавить ванилин, у меня около половины чайной ложки, и если вы используете ванильный сахар, то достаточно одного пакетика, хорошо перемешиваем и добавляем яйца, в моем случае это было 3 яйца. Так, и теперь важно хорошо перемешать творожную массу для того, чтобы понять, какой консистенции у нас получается тесто. В зависимости от того, насколько влажная получилась наша творожная масса, будет зависеть количество муки, которое мы будем добавлять. В этот раз муку мне помогала добавлять Оливия, поэтому я не уверена в том количестве муки, которое попало в тесто. Вот, но могу сказать, что я в основном ориентировалась на глаз, и я напишу вам примерно пропорция, которая должна быть в оригинальном рецепте. Вот, хорошенько перемешиваем. Да, здесь у нас произошло маленькое ЧП, и Оливия настаивала на том, что это срочно нужно убрать. Так, я продолжаю вымешивать творожное тесто и добавляю при необходимости еще немного муки. Здесь важно получить массу, которая будет хорошо лепиться и не распадаться на отдельные детали, когда вы будете формировать сырник. Значит, сырники я формирую при помощи столовой ложки, затем превращаю массу в шарик, обваливаю ее в муку и отправляю на дощечку, чтобы она там полежала. Вот, так поступаю абсолютно со всем творогом, который у меня получился. После этого я разогреваю сковороду, добавляю растительное масло, можно жарить на оливковом масле, либо сливочном. Еще очень хорошо подходит для жарки сырников топленое масло, оно еще называется масло гхи, и сырники тогда получаются очень-очень вкусными, с золотистой такой румяной корочкой. И да, поскольку я обычно обваливаю сырники в муке, на сковородке остается такой осадок, и в таком случае очень важно после каждой партии сырников менять масло, мыть сковороду, чтобы она была без каких-то остатков муки, иначе масло будет гореть, и тогда сырники получатся не такими вкусными. И хочу показать вам, что у меня в результате получилось. Вот так выглядят мои сырники.
Сейчас я добавлю сюда сметану, заварю себе кофе и буду наслаждаться вкусным обедом. Кстати, хотела сказать, что именно рецепт сырников меня всегда выручает, когда нужно накормить маленького капризного ребенка. Вот. И, конечно же, я пожарила далеко не 3 сырника для нас с Оливкой, я нажарила целую кастрюлю, поскольку муж вернется с работы, и он тоже очень-очень любит сырники. Поэтому у нас сегодня такой вот быстрый, очень вкусный обед. И закончить, друзья, этот влог я хотела бы уже традиционным вечерним вязальным включением. Покажу вам, над чем я сегодня работала в плане вязания. В кадре по-прежнему лапопей со оленями. Напомню, что описание взято из книги Линки Нойман «Дикие свитера». Само описание называется «Северный колод». И да, несмотря на то, что я говорю, что я вяжу по описанию, из описания на самом деле я беру только схемы жаккардов. Все остальное — это мои вариации на тему этой лапопейсы, поскольку свитер я вяжу, опираясь на свою пряжу, на свою плотность вязания. И количество петель, которое у меня находится на изделии, оно полностью отличается от того, что можно найти в самой книге. Так, сегодня я работала над вязанием рукава, и вы можете заметить, что он у меня здесь появился. Давайте, наверное, немножко подробнее остановлюсь именно на рукаве. Напомню, что при формировании кокетки на рукава я выделяла по 70 петель, также по 10 петель я выделяла на подрезы при соединении переда и спинки между собой. Поэтому, когда я перешла к вязанию рукава, у меня на спицах было 80 петель, 10 петель с подреза и 70 петель с кокетки. Однако я добавила еще 4 петли, подняв по 2 дополнительных петли между подрезом и кокеткой. Тем самым при вязании рукава у меня получилось 84 петли. И да, это количество петель я специально подгоняла под раппорт жаккарда, который вывязывался здесь. Вы можете заметить, что здесь вывязаны ромбики, и один раппорт такого узора состоит из 6 петель. Поэтому мне важно было добиться нужного мне количества петель и минимизировать вот этот небольшой стык, который обычно формируется между подрезом и кокеткой. Далее я продолжила вязание тела рукава лицевой гладью, выполняя убавки в каждом 10-м ряду. Вот, собственно говоря, что у меня получилось. Завтра я продолжу вязать рукава, и я очень надеюсь, что к следующему моему вязальному видео этот свитер немного подрастет, и я смогу рассказать вам еще немножко полезной и интересной информации о процессе его вязания. Так что да, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой лапопейсы, и также мне будет приятно узнать ваше мнение об этом видео, понравился ли вам такой формат, хотите ли вы дальше видеть его на моем канале или предпочитаете смотреть исключительно вязальные видео. На этом, друзья, я буду заканчивать свой влог. Хотела сказать вам огромное спасибо за ваше время, за ваше внимание, за то, что вы досмотрели это видео до конца. Также, друзья, я буду очень признательна вам, если вы поддержите мое видео лайком, напишите комментарий. И да, на этом я буду заканчивать. Увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео. До новых встреч. Всем пока-пока!